В городе Шадринске завершается ремонтная кампания по благоустройству дворовых территорий. На сегодняшний день 30 дворов отремонтированы. Глава города посетил дворовую территорию домов на углу улиц Гагарина-Февральская, где работы уже завершены. Здесь мы находимся, группа домов, это Февральская 51-53, Гагарина-15. Работал наш подрядчик ИП Гапонов. То есть работу он физически закончил 100%. Какие замечания были ему указаны, он сейчас занимается устранением и сдачей данного объекта. У нас приемка дворов в этом году будет производиться только со старшим по дому. То есть старший по дому подписывает, что у него нет претензий. После этого мы уже свою работу проводим. Здесь проработали наши специалисты, которые профильные. Появились замечания, они были указаны подрядчику. В дальнейшем при эксплуатации дворовой территории, если будут выявлены какие-то замечания или скрытые дефекты, то есть подрядчик несет ответственность в течение 3 лет. Также в ходе рейда Виктор Николаевич посетил площадку, на которой в будущем планируется построить скейт-парк по улице Свердлова, строительство которого поддержала большая часть шадринцев. Подряд у нас выиграла фирма «Кратос». Это зарегистрировано в городе Челябинске. На сегодняшний день данный объект у нас находится в группе риска. То есть подрядчик на сегодняшний день не исполняет свои обязательства в полном объеме. То есть у него время еще есть успеть сдать данный объект. Я только лично с ним встречался 3 раза. То есть человек обещает, обещает и обещает. Тем не менее, в данный момент на территории будущего скейт-парка убраны старые деревья, завезен грунт, выровнена площадка. Если подрядчик, скажем так, возьмется, добросовестно выполняет, то он успеет выполнить этот объект. Поэтому будем надеяться, что он его нам сдаст, потому что если сейчас расторгаться и объявлять новый аукцион, мы просто не успеем по сроку. Честно говоря, нам не нужны вот те претензии, которые мы выставляем, нам нужен готовый объект, чтобы он был сдан и полноценно радовал жителей нашего города.